Сегодня на Землю возвращается экипаж МКС. Посадка космического аппарата «Союз» должна состояться в 9 часов 57 минут по времени Астаны в районе Аркалыка. В составе экипажа космонавт Роскосмоса Максим Сураев, астронавт НАСА Рид Вайзман и астронавт Европейского космического агентства Александр Герст. Космонавты провели на орбите 162 дня. В Казахстан уже прибыла группа военных спасателей, которым предстоит обеспечить безопасность. Опасное приземление экипажа.